Рассказывать о своих подвигах подозреваемые не спешат. Люди они привычные, можно сказать, бывалые, не в первый раз в полиции. Отсюда и односложные ответы на вопросы, внешнее безразличие и удивительное спокойствие. В официальной же трактовке причина задержания более чем убедительная. Поступило заявление о хищении двух голов крупнорогатого скота. По горячим следам сотрудниками полиции задержаны двое подозреваемых, которые сознались в совершенном преступлении. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 части 2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Но этот случай далеко не единичный, уверены оперативники уголовного розыска, поскольку преступления с похожим почерком зарегистрированы в ряде районов Саратовской области. Именно поэтому, если вы или ваши близкие могли пострадать от действий данных граждан, незамедлительно свяжитесь с ближайшим отделом полиции или звоните по телефонам, указанным на экране. Денис Желтов, Вести, дежурная часть, Саратов.